Всем привет, с вами StivePro, и сегодня покажу мод на Бэтмен для Майнкрафта Pocket Edition. После установки данного мода в нашем мире появляются вещи из знаменитого фильма Бэтмена, с которыми мы сможем поиграть. К примеру, мод добавляет вот такой меч, с помощью которого мы можем быстро убиться на зомби. Давайте сейчас сделаем этих на зомби и попробуем с ними разобраться. Так, и когда мы бьем нашего моба, он поджигает. Так, маленький, отстаньте. Нет. Ну, да, что я могу сказать, такое бывает. Но ничего, сейчас мы заберем наши вещи. Я надеюсь, что они меня не начнут убивать. Так. Ну что ж, надеюсь, вы готовы. Заходим. Нет, нет. Опять ты маленький какашка. Ну-ка, уйди, уйди. Нет, все. Мне пришлось это, к сожалению, сделать, но надеюсь, вы понимаете меня, почему я так сделал. Ну, вещи наши. Не знаю, как сказать, но все же вещи наши остались. И давайте попробуем надеть броню Бэтмен. Да, мы становимся настоящим Бэтменом, который сейчас отомстит за свой проигрыш. Спавним еще четырех на зомби и идем с ними на драку. Смотрите, кстати, довольно редкий спавн такого на зомби. Давайте с ними разберемся. И мы с ними разбираемся в два счета. То есть вот эта броня нам дала дополнительные эффекты скорости и силы. Вот так эта броня выглядит от третьего лица. Довольно прикольный мод и прикольная броня, могу сказать и вам. Так что скачивайте и оценивайте этот мод. Также мод приносит и разные вещи. К примеру, вот такой черный топорик вы можете сделать с помощью черного слитка. И вот такой красный топорик. Ну и в том числе такая черная кирка, которая копает несколько раз быстрее, чем обычная. Ну, такой черный слиток добавляет этот мод. В том числе он добавляет и желтый слиток, который маленько отличается от золотого. Ну и с помощью него вы можете делать дополнительные вещи. Также мод добавляет еще новую фишку в броне. Если вы оденете вот такую штучку, которую сейчас только что делал, то есть если оденете всю броню, у вас появится дополнительный плащ, который будет вас, так сказать, болтаться сзади. Да, и довольно прикольно, но текстуры особенной у него нет. К сожалению, но все же мод добавляет какой-никакой, но плащ. Вот. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.